Вот сейчас нам на запись, да? Да, я не первый раз уже обращаюсь. Угу. А за какой услугой? Давление померить? Детей привожу, иногда родителей пожилых удобно. Медицинская помощь рядом с домом. В Звенигороде открылся офис врача общей практики. Его плановая мощность – 32 посещения в смену. В случае необходимости эту цифру можно увеличить до 45. И кровь, и ПЦР вы берете? Конечно. То есть мы практически весь комплекс лабораторных исследований будем здесь брать. Соответственно, сейчас с ЭКГ решим вопрос. Консультация врача, диагностика и вакцинация, ЭКГ. Офис врача общей практики охватывает 6 тысяч жителей Звенигорода. Теперь в нем есть кулер, а ожидание приема пациентам скрашивает телевизор. Это подарки главы Одинцовского округа. Офис был создан по региональной программе модернизации первичного звена системы здравоохранения, которая рассчитана до 2025 года. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».